Добрый день, друзья! Сегодняшний вебинар проведу с вами я, Наталья Стародубцева. Расскажу вам о лучших предложениях каталога номер 5. Вот так выглядит обложка каталога. Она не случайна. На ней присутствует зеленый цвет, потому что зеленый цвет – это пробуждение. Да? Мы все устали уже от долгой зимы, и нам хочется уже видеть зеленые листочки, зеленую травку. То есть мы хотим уже действительно пробуждения. Зеленый цвет, он такой позитивный, успокаивающий, пробуждающий, да, в хорошем смысле этого слова. То есть вот преображаемся. Поэтому каталог как раз и обложка каталога как раз и символизирует вот это пробуждение, зеленый, красивый цвет, первый такой цвет, когда нежная зелень только-только пробуждается, вся природа, и с первыми лучами солнца, как написано на каталоге, мы встаем. Итак, давайте же посмотрим, что же ждет нас в этом каталоге, что интересного, на что следует обратить внимание. Приготовил нам действующий каталог, а это 24 новинки есть в каталоге, 238 продуктов по цене до 300 рублей, 408 продуктов со скидками аж до 67%. Согласитесь, здесь есть из чего нам с вами выбрать. Достойный выбор. Листаем дальше каталог. Перелистываем и сразу же попадаем вот на такую яркую, сочную, жизнерадостную картинку. А это аксессуары. Два аксессуара – это очки и шарф. Предлагает нам каталог приобрести всего за 549 рублей любой из этих аксессуаров. А почему же эти продукты должны быть у каждого в заказе? Очки округлой формы. Сейчас, если посмотреть на модные показы, то огромные очки огромных размеров как раз на пике самой популярности. Но есть очень большие очки, поэтому не каждый может решиться и приобрести себе такие очки огромных размеров, а тем более выйти, как говорится, в люди. Но наша компания с вами на пике всегда самого актуального, держит руку, как говорится, на пульсе, поэтому она эти большие очки сделала более, скажем так, универсальными, то есть их смело можно приобрести для любого типа лица, да, для любой формы лица, не боясь выйти в них. То есть вы не будете в них выглядеть, например, как стрекоза или ну, что-то как-то не так выглядеть, да, скажем, одев такие очки. Нет, они именно, скажем так, универсальные. То есть и вроде как они большие есть, модные, оправа большого, круглой формы, и в то же время она не уродует наше лицо. Поэтому очки округлой формы в светлой оправе будут визуально удлинять лицо и делать его более стройным. Не боимся, покупаем, приобретаем для себя вот эту, эти очки в модной оправе. Следующий аксессуар – это у нас шарф с растительным принтом. Растительный принт уже не один сезон у нас лидирует на модных показах, и он особенно в тренде, различные растительные принты. В данном случае весна, время пробуждения, и здесь растительный принт фруктовый растительный принт. Посмотрите, какой сочный лимон на зеленых таких вот тоже ярких листочках на белом фоне. И принт с лимоном как раз-таки добавит, опять же, лицу свежести. Ну, а фрукты, как я уже сказала, это самый актуальный тренд коллекции сезона.
этот шар с растительным принтом подойдет абсолютно, ну, практически под каждый стиль, в любом гардеробе, он отлично впишется, и можно носить, посмотрите, даже в нашем каталоге есть фотографии, как его обыграть, да, как красиво его повязать, три картиночки, и даже можно использовать как повязку на голову. Поэтому шарф и очки делают образ свежим и по-настоящему весенним за счет того, что вот этот сочный лимон, такой красивый сочный лимон, гармонично впишется в любой стиль нашей одежды. Поэтому он обязательно должен быть в нашем заказе. Заказывайте, добавляйте, встречайте осень с красивыми, модными и жизнерадостными аксессуарами. А мы с вами идем дальше. И если мы уже полистали, многие уже полистали каталог и увидели, что этот каталог просто обилие масок. Несколько страниц в каталоге – это обилие масок. Почему же именно акцент в этом каталоге сделан именно на маске? Дело в том, что, как я уже сказала, весна – это время пробуждения. И не только наш организм уже истощился от витаминов, но и наше лицо, и также и наша кожа, ей точно так же нужна именно заряд витаминов, подпитка. Как легко напитать кожу витаминами, это, конечно же, сделать маску, потому что в масках содержатся самые эффективные дозы активных ингредиентов. И опять же, мгновенное действие, да, нанесли и здесь же получили результат на своем лице. И маска – это самый оптимальный вариант как раз-таки для экспресс-преображения. И вот у меня также, я листаю каталог. И здесь действительно обилие масок. Давайте на следующем слайде я подобрала несколько таких масок, на которые следует сделать отдельный акцент. Это тканевые маски из серии Novage. В чем же их преимущество? Во-первых, это дышащий материал. Ткань Tencel – это дышащий органический материал. Когда мы наносим на лицо, соприкасаясь с кожей, она просто повторяет контуры нашего лица и ложится как наша вторая кожа на наше лицо. Затем гиалуроновая кислота, которая содержится в этих масках, но гиалуроновую кислоту даже мужчины уже знают о ее пользе, насколько она интенсивно увлажняет кожу, и огромный плюс гиалуроновой кислоты в том, что она не дает влаге, которая есть в нашей коже, испаряться. Это огромный плюс, то есть наша кожа постоянно увлажнена, а увлажненная кожа – это красивая, здоровая кожа. Также эти маски имеют в составе, ну, я имею в виду именно тот раствор в масочке саше, которая содержится, это они содержатся в растворе, тканевая масочка в растворе. И вот в этом растворе содержатся экстракты стволовых растений, которые питают, восстанавливают нашу кожу и прекрасно увлажняют. И чем мне еще нравятся эти тканевые масочки, ими пользоваться как серии Novage, так и из серии Love Nature, которые у нас идут витаминные масочки. Сейчас я вам их покажу в каталоге. Вот так они выглядят у нас из серии Love Nature. С чем мне нравится? Это и, скажем, такой парниковый эффект, как я его называю, когда у нас маска находится на лице, и воздух не проникает через эту маску. И вот эта прослойка – это как раз и есть парниковый эффект, когда вот эти все полезные вещества глубоко проникают вовнутрь нашей кожи. Они не испаряются, как если бы мы просто нанесли обычную масочку на лицо. И она слегка начинает сохнуть у нас, да, потому что окружающий воздух ее подсушивает. А здесь же как раз вот этот материал, ткань, не дает проникнуть этому воздуху и подсушить. Поэтому огромное количество полезных веществ,
веществ проникает в нашу кожу. Следующая маска – это, конечно же, из люксовой серии, также серии на Beige, наша любимая ночная интенсивно восстанавливающая маска с экзотическими маслами инка, инчи и купуасу, которая у нас питает, глубоко питает кожу, содержащая в ней, опять же, гиалуроновая кислота, увлажняет масочку, нашу кожу, ну и я ее называю еще маской для Золушки, да, это та маска, когда вот нужно выглядеть на все 100, в какой-то момент нужно нам выглядеть либо перед каким-то мероприятием, либо после, например, поездки, вот в этих самолетах, в поездах наша кожа находится в стрессе, и вот когда нужно ее интенсивно восстановить, как раз-таки приходит на помощь вот эта масочка ночная, мы ее наносим на лицо в последнем самом этапе, на поверх ночного крема, подождать нужно, чтобы она немного впиталась, и потом ложиться спать. Ни в коем случае в этот момент нельзя прикасаться к маске на лице, потому что иногда, вот я слышу, что маска начинает вроде как скатываться. Ну, у нее такой состав, состав лифтингового эффекта, и вот эта вот пленочка, когда она застывает, и получается, мы закрываем все, что нанесли до маски, чтобы питательные вещества активно прошли у нас вовнутрь нашей кожи, поэтому вот есть такая невидимая пленочка, которая вот это все и закрывает. И когда мы руками трогаем, мы нарушаем ее целостность. Поэтому ни в коем случае не нужно прикасаться к лицу, когда вы нанесли эту масочку. Вот маска для Золушки, интенсивная восстанавливающая маска. Могу привести вам аналог, так как это из азиатского ухода для лица, то там ночные маски наносятся под ночной крем. Наша же, чем удобно, она наносится поверх ночного крема и не требует никакого ни смывания, никакого дискомфорта. Ложитесь спать, и все, утром просыпаемся и видим свое отражение в зеркале, отдохнувшую, красивую, здоровую кожу. Прекрасная масочка. Еще из бюджетного варианта это мегаувлажняющая маска серии Optimals, такая вкусняшка с ягодой, да, это северная ягода, голубика, ежевика и малина в составе этой масочки находится. Она гелеобразная, я бы сказала, даже больше похожа на йогурт. У нее такой прекрасный запах, и когда наносишь на лицо, хочется ее скушать, но не надо, потому что это все-таки маска, и как бы она вкусная, красивая, не пахла, она не идет у нас для питания внутри, а идет для питания и увлажнения снаружи нашей кожи. Что, когда заметили сухость и стянутость кожи, вот как раз это спасение. Спасение для нашей кожи – это глубоко увлажняющая масочка из серии Optimals. Ну и так как мы с вами заговорили уже о вкусняшках, я хочу обратить ваше внимание на супер новиночку каталога. Как видите, маски существуют не только для лица, и компания нам добавляет маски для восстановления наших волос после зимы. Да? Это маски-смузи, аппетитнейшие маски-смузи, которые находятся в нашем каталоге, укрепляющие, восстанавливающие и питательные. Я представляю, вот я сейчас заказ делаю, я представляю, как я их нанесу на свой волос и что это будет. Ну, от одного прикосновения к ароматизированной страничке в каталоге уже текут слюнки. Даже я сейчас вот вам рассказываю, и мне уже хочется попробовать, но вот нужно воздержаться и ни в коем случае не пробуй, потому что это маска для волос. Итак, как мы ее используем? Минимальное время, которое используем мы эту маску, это 10 минут. Для супер-вау-эффекта наносим на всю ночь. Представляете, так же, как и ночная маска на Beige, только на лицо. Здесь же вы можете нанести на свой
волос. Наносим на влажные волосы, одеваем шапочку для душа и спокойно ложимся спать. А утром волосы просто мы свои не узнаем. Шелковистые, гладкие, шелковистые, прекрасно пахнущие. Такой легкий аромат будет от них исходить. Поэтому, вот я говорю, все в каталоге у нас для нашего обновления. Да, вот обновить, то есть восстановить не только лицо, но и теперь уже и волосы. Дает нам возможность компания. Поэтому обязательно воспользуемся этим предложением и обязательно приобретем. Тем более у нее демократичная цена, всего 69 рублей. Следующее, на что я бы хотела обратить ваше внимание, это, конечно же, на серию цветочных ароматов Joyce. Весна, время обновления, мы не только меняем свой гардероб, добавляем там обновами своими, да, но и пополняем, обновляем парфюмерную коллекцию, свое парфюмерное портфолио свое. Самое время обновить, тем более три новинки, три любых аромата, которые по демократичной цене абсолютно 399 рублей, их может приобрести себе абсолютно каждый человек без ущерба для своего кошелька. Почему же именно этот продукт? Ну, во-первых, он трендовый продукт по доступной цене, и можно купить абсолютно всю коллекцию, да, все три аромата. Цветочные ароматы, они у нас всегда в моде, всегда в тренде. Игривые ароматы, то есть какой, вот, ну, захотели вот сегодня такое, то у меня настроение, взяли этот парфюм, примерили на себя, на следующий день другой. То есть можно менять все три парфюма. Поэтому смело обновляем свою парфюмерную коллекцию. Если рассматривать декоративную косметику, что же здесь каталог нам предлагает? А здесь шикарнейшее, роскошное предложение на люксовую помаду серии Giordani Gold. Это икона стиля. Прекраснейшая помада. Я люблю ее и всегда ею пользуюсь. 8 роскошных оттенков от самого нюдового до яркого. Помада имеет кремовую текстуру. После нанесения на губы имеем такой сатиновый финиш, красивый сатиновый финиш. Имеет стойкое покрытие и стойкий цвет. Богатый тюбик, действительно богатый, роскошный тюбик, и когда мы его достаем, окружающие обязательно заметят, потому что ну, невозможно его не заметить. Красивый, роскошный, золотистый футляр, щелкает, когда закрывается, ну и, соответственно, и помада достойная этого тюбика. 8 часов увлажнения, ухаживающая помада с аргановым маслом, которое дополнительно питает наши губки и ухаживает, чтобы не старели кожа губ. Поэтому не просто помада, а ухаживающая помада для губ. Рекомендую, от всей души рекомендую, цена прекрасная и можно смело покупать. Если рассматривать более бюджетный сегмент, но здесь тоже есть из чего выбрать, это помада. Помада 5 в 1 по привлекательной цене. Как раз-таки самое время примерить какой-то новый цвет. Да? Если до этого там не решались, то весна, время перемен, время чего-то нового, хочется другой цвет попробовать, а вот если я вот этот попробую, самое время, потому что и цена здесь хорошая, и 25 оттенков, но тут на любой, как говорится, цвет и вкус, выбирай, из чего хочу. Плотное покрытие, стержень помады имеет как бы эргономическую форму, повторяет форму наших губ, как видите, даже на картинке, удобно наносить на губы, причем можно даже без карандаша. Без карандаша прекрасно ложится. Стойкий цвет, долго держится, кремовая текстура. Если вот не хочется какой-то плотности, а хочется легкости и в то же время цвета, то можно приобрести себе губную помаду серии The One.
это которая вот рядом у нас находится, The One Color Obsession. 13 насыщенных оттенков, легкая текстура, как я и говорю, легкая текстура, увлажняет губы в течение 8 часов, имеет сияющий такой влажный финиш. Вот я ее называю как помада и блеск 2 в одном в тюбике, потому что, с одной стороны, это цвет, все-таки цвет есть и цвет помады, и в то же время блеск, вот этот влажный финиш, который создает эта помада. Легкая гелевая текстура, комфортно на губах. Мега-предложение, идем дальше с вами по каталогу. Мега-предложение – это люксовая тональная основа «Флюид» из серии «Giordani Gold». По привлекательной цене имеет невесомую текстуру и обеспечивает естественное покрытие, выравнивает тон и дарит коже сияние, причем ложится она как вторая кожа. Подходит, отлично подойдет обладательницам жирной и комбинированной кожи, потому что после нанесения у нее такой матовый финиш получается. А это очень важно для тех, у кого кожа жирная и комбинированная, чтобы она не блестела вот именно жирным блеском. Поэтому ее вот эти девушки как раз и любят за этот вот матовый финиш. Ложится, я говорю, как вторая кожа, получается невесомая, на лице флюид жидкая, необычная жидкая, поэтому у нас дозатор – это пипетка, и когда ее наносим, обязательно нужно встряхнуть полностью флакон и из пипетки выдавить содержимое, чтобы все перемешалось в однородную текстуру, и тогда уже наносить, потому что у нее есть такая отслойка, потому что это флюид все-таки. Это жидкий, это флюид, поэтому нужно ее перемешивать. Вот такое прекрасное предложение есть в нашем каталоге. А мы с вами идем дальше, листаем каталог. И что же мы здесь видим? Прекраснейшее предложение для любителей стрелок. Ну, я думаю, что у нас таких любителей много, потому что стрелки – это актуальный тренд, это всегда в моде, в любое время, в любом сезоне. Стрелки – это наше все. А здесь как раз-таки все для стрелок. В люксовой серии Giordani Gold рассмотрим. Это и гелевая подводка для создания водостойких стрелок. То есть вот все. Дождь попал на глаза, не размоется, не бойтесь, не потечет. Водостойкие стрелки рисуем именно гелевой подводкой. Карандаш, подводка, лайнер. Многими любимый лайнер, который рисует четкие графичные стрелочки. Это вот карандаш-лайнер. А также подводка для создания матовых черных стрелок. Если мы рассматриваем бюджетный вариант, то здесь тоже есть из чего выбрать. Посмотрите серии The One. У нас здесь, опять же, любимый карандаш-лайнер в удобном макси-формате. Его удобно держать, он такой малинового цвета. Его удобно держать в руке, четко рисует стрелочки. Далее, это жидкая подводка для глаз, которая обеспечивает нарисованным стрелкам стойкость, причем на весь день. Нарисовали и просто забыли. И ходим с нею до вечера, пока не сделаем демакияж. Удобно пользоваться, удобно наносить, рисовать стрелки. Причем у нее очень быстро сохнущая формула, мгновенно высыхает. Имеет защиту от смывания и растекания, поэтому точно так же имеет, скажем так, водостойкий эффект, да, не растекается, не смывается, ну, не размазывается, да, вот, и все. Макияж в стиле смоки, вот он популярный, мега популярный, он не сходит с подиумов, просто он иногда транспортируется в другие какие-то оттенки, но смоки, макияж смоки, он актуален всегда. Я хотела бы обратить ваше внимание на тени-карандаш, кремовые тени-карандаш Кайал, которыми
очень легко делать именно макияж в стиле смоки. Причем этот карандаш, он подходит абсолютно для всех. Не бойтесь даже для возрастного макияжа использовать этот карандаш. Я делала макияж возрастной женщине, где-то, наверное, возраст ее был 60+. Мы делали как раз вечерние смоки. Прекрасно карандаш себя повел и зарекомендовал. Вот нигде не забивается ни в кожицу, ничего. Сами понимаете, возрастная кожа, она специфичная. То есть таким вот лайнером не нарисуешь стрелки на нее. А вот здесь вот тенями Кайал – это просто великолепие. Мне они так нравятся, мягкие, растушевываются хорошо. И цвет насыщенный, не скатываются, имеют эргономичную форму. Вот сам карандашик, он заточен и стачивается по мере использования. Также вот тоненько, тоненько рисуем, удобен, очень удобно использовать. Я от души рекомендую его, просто вот любимка, любимый карандаш. Ну и также привычный всеми нами, это обычный карандаш деревянный, оттачивающий обычный карандаш для рисования стрелок. Прекрасное предложение также из серии декоративной косметики – это тушь. Вот тушь мы любим точно, особенно когда с помощью туши мы можем сделать мегаобъемные ресницы. Но уж если природа не всех нас наградила суперобъемными ресницами, то мы же можем использовать с вами это тушь, палочка-выручалочка. А на страницах этого каталога, я думаю, со мной все согласятся, есть мега палочки-выручалочки. Это наша тушь. Посмотрите на тушь Tremendous. Супер ресницы делает, супер экстремальный объем, потому что более 300 щетинок моментально обеспечивает экстремальный объем. И я знаю, те, кто попробовал эту тушь и носит очки, то они реально говорят, что у меня ресницы стали затрагивать стекла очков. Суперская тушь. Также для объема ресниц это легендарная наша тушь 5 в 1, 2XL, также обеспечивает объем, придает объем нашим ресницам. Со всеми с бюджетного варианта, если рассматривать, это серия Uncolor. Демократичная цена на эти туши. Но за эту цену вы получаете настоящий вау-эффект на своих ресницах. Прекраснейшая тушь, многими любимая она и покупаемая. И несмотря на то, что у нее такая вот демократичная цена, но она работает на все 100. Она отдает себя действительно на все 100. Уж если заявлено объемные ресницы, значит объемные ресницы так они и будут. Поэтому обратите внимание на нее, прекрасная тушь. Также выгодное предложение в этом каталоге на серию по уходу за лицом. Две серии – это выравнивание и тон, и увлажнение из серии Optimals. Чем же она хороша? Содержит экстракты шведских растений и ягод и морских водорослей, которые произрастают на территории Швеции, то есть в северных широтах. Почему же им уделено такое внимание? Дело в том, что когда растения растут в таких экстремальных условиях, в них больше полезных веществ. Ну вот как ни парадоксально, но так и есть. Они больше напитаны витаминами. У них огромная концентрация этих витаминов и полезных веществ, нежели если такие же растения, например, будут произрастать на юге. Поэтому все самое лучшее от природы заложено в эту серию Optimals. Чем же прекрасно это предложение в этом каталоге? А дело в том, что можно собрать для себя полностью комплексный уход. Обычно в каталоге у нас идут 2-3 продукта из этой серии со скидкой. А здесь все продукты, которые есть в каталоге, идут со скидкой. То есть все здесь есть. И очищение, и увлажнение. И тонизирование, да, и увлажнение – это сыворотка, и крем дневной-ночной, и крем для кожи вокруг глаз. Полностью серия, бюджетная серия комплексного ухода за кожей лица. Если, например, серия выравнивания тон, борьба с пигментацией – это
для кого-то индивидуальная потребность, да, не у каждого, то серия увлажнения абсолютно нужна каждому, любому типу кожи. Будь у вас жирная кожа, нормальная, сухая, увлажнение нужно абсолютно всем нам. Поэтому серия Optimals для увлажнения голубенькая, 24 часа, заявленное увлажнение необходимо нам всем. Идем с вами дальше. Листаем каталог и видим прекрасное предложение. Это гели. И лозунг «Чистота – залог здоровья» особенно актуален сейчас. Во все времена, но сейчас особенно актуален. И это действительно не просто красивые слова. Это вот наше сегодняшнее состояние. Гели и мыло для душа много не бывает в наших ванных комнатах. Одно время как бы смеялись и говорили, что в России в каждом заказе есть гели, да, что в России очень много моются, и это здорово. Сейчас весь мир моется, тщательно моет руки, научили нас тщательно мыть руки, следить за своей гигиеной. И поэтому давайте пробежимся по страницам каталога и посмотрим прекраснейшие предложения со скидками для как раз для нашей гигиены, для нашего здоровья. Прежде всего, чтобы никаких вирусов нам не поймать, моем чаще руки, следим за гигиеной. Обилие гелей на любой вкус и цвет. Яркий, посмотрите, жизнерадостный, бодрящий, чувствительный. Это серия Feel Good. Ну, тут, правда, сочные цвета и великолепие, такое вот прям буйство красок. Мягко очищают кожу, не содержат мыла. Вот интересно, не содержат мыла. А как же они тогда нас моют, да? Очищают нашу кожу. Так вот, термин «не содержит мыло» означает, что средства очищают кожу благодаря специальным сурфактантам. Они расщепляют загрязнения и легко смываются водой, имеют более низкий pH, действуют мягко и бережно. То есть не сушат нашу кожу, а очищают, а бережно очищают. Следующая серия, моя любимая серия, это Love Nature. Я обожаю эту серию, я всегда покупаю эти гели, уж очень они мне нравятся. Действительно, прекраснейшая серия. А почему, сейчас объясню. Во-первых, это биоразлагаемая серия. Не содержит в своем составе частиц пластика. И оказавшись вот в сточных водах, когда мы смываем уже все это, моемся и смываем с себя, легко распадаются естественным путем. И при попадании в природную среду не наносят вреда мировому океану. Согласитесь, это огромный плюс. Упаковка состоит из 40% из переработанного пластика. И мне очень нравится за счет того, что у нее биоразлагаемая формула, полностью натуральная продукция. И здесь огромный выбор у нас, и даже новинка гель появилась. Есть из чего выбрать средства для душа, для весеннего настроения, для поднятия нашего настроения, ну и для чистоты, для гигиены и чистоты. Так, и самое уже антикризисное предложение каталога из серии гелей, это же серия VitaCare, которая в своем составе содержит витамин Е. А витамин Е, как мы знаем, это известный антиоксидант. Витамин Е вообще часто используют в косметических продуктах из-за его полезных свойств. А в чем же его польза? Во-первых, витамин Е хорошо увлажняет, питает и защищает нашу кожу от ультрафиолетовых излучения и всяких разных других вредных факторов. Здесь у нас три разных аромата: бодрящий, сочный, нежный. В общем, выбираем любой, супер демократичная цена, плюс еще и мыло из этой же серии, гели и мыло с витамином Е для заботы о коже. Посмотрите, какие цены.
Я говорю, самое антикризисное предложение в этом каталоге на средства для гигиены, для очищения нашей кожи. И супер предложение каталога – это последняя страничка, которая представляет губную помаду The One Power Shine HD. Великолепная сияющая губная помада, невесомейшая у нее текстура. Это правда, легкое нанесение, прекрасно наносится. Я даже пользуюсь вообще без карандаша, наношу на губы. Если когда не хочется мне делать контур, ну, по какой-то причине лень, я просто беру и наношу. Выглядят губы более объемные. За счет чего? За счет того, что в них содержится огромное количество вот этих мерцающих частиц, которые делают, вот этот создают визуальный эффект объемных губ. Имеют увлажняющую формулу, это правда, абсолютно комфортная на губах, увлажненная, в течение дня с ней комфортно ходить, носить на губах. Привлекательная цена, плюс за эту же цену идет бальзам-праймер, который наносится на губы. Он более делает интенсивным цвет помады, и после него, после праймера, вот в этом белом тюбике, как раз наносим губную помаду. 8 ярких оттенков, но не бойтесь, они не супер яркие, они вот гармоничные. Гармоничные оттеночки, которые может позволить себе каждый. Абсолютно можно любой брать и смело наносить на губы. Итак, мы пробежались с вами по каталогу, полистали, выбрали лучшие предложения каталога, достойные, с прекрасными ценами. Я надеюсь, помогла вам определиться с какими-то продуктами. Желаю вам приятных покупок, хорошего продуктивного каталога, до новых встреч, до новых полезных обзоров и пока-пока.